Еще раз за этим днем, чтобы вся страна абхазская слушалась бы. Вот то евангельское повествование, где там мы можем получить исцеление. Не слушайте этих паникеров. Корабль, на котором мы находимся, это корабль православный. И на этом корабле возникают проблемы панического такого характера. Не обращайте на это внимания. Перекреститесь, слава Богу, за все, и так же молитесь, как кто умеет. И это будет самым главным оружием против всяких болезней, от всякой скорби. Вирус был всегда, во все времена. Как только Адам не послушался Отца Небесного и Матерь наша, это наши грехи прародительские. И мы это имеем, этот вирус. Вирус смерти. И не надо этого бояться. Надо с этим, мы должны жить и молиться. Что такое смерть? Смерть — это начало жизни, Царство Небесное или Царство Тьмы. Поэтому я вас очень прошу. Конечно, будут всячески придумывать разного характера там законы какие-то, вплоть до уголовного преследования, вплоть до каких-то штрафов и тому подобное. Ничего. Люди первые века лишались жизни, их мучили, чтобы они отказались от Христа. Там другая была ситуация, сейчас другое время, другое, еще завтра что-то еще другое придумают. Или во время Великого Поста, когда человек должен молиться, когда должен посещаться, и вдруг там, значит, придумали, даже название они там не могут, даже не могут сказать. Настолько якобы прогресс такой, медицинский, технический, это регресс душевный, духовный, бессмертие. Христос, истинный Бог наш, дал нам бессмертие, и мы ждем это воскресенье, и будем ждать всегда, и всегда будем мы Богом. Отец, Игнатий дорогой, вот мы, видишь, все пришли вот сюда, к Татоусту, потому что именно было правильное решение идти к нему, который страдал, мучился и шел, и еще и благодарил, чтобы мы научились благодарить все, что происходит с нами. И это самое главное оружие против всяких вирусов. И мир вам всем, дорогие братья и сестры. Спасибо. Вот сейчас зайдите в храм, помолитесь, как бы к границе подойдите. Ну и вот. Но самое главное, значит, никаких панических таких мыслей, чтобы у вас не было. Это самое главное, то, что вы должны вооружиться православным евангельской правдой, вооружиться крестом и также отвечать, как это делал Татоуст. Слава Богу за все. Мир вам всем. Спасибо.